родину защищать, это, конечно, святое, потому что мне мама всегда говорила, в первую очередь, родина, должна быть любовь, вот. И, как мне еще говорил мой друг, если ты не пойдешь туда в это время, то они придут сюда, поэтому 100% бы пошел бы. Потому что стало такое время тяжелое. У нас очень много врагов, и надо защищаться от них. А при этом зарплата хорошая, квартира служебная, отпуск оплачивается на всю семью. Да блять, сегодня пришло 6900 опять. Нам второй месяц не приходит. Нам с декабря не приходит. У брата тоже нет уже, 2 месяца не перечисляют. В скором времени я также заключу контракт на 1 год с Министерством обороны, чтобы поддержать наших бойцов там.